За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие случаи. Этих нарушителей сняли на Новоастраханском шоссе, машины стоят перед переездом. Тем, кому не втерпёшь, разумеется, нарушают. Так и сделал водитель этого белого внедорожника. Видимо, поехал через две сплошные и по встречке поближе к шлагбауму. Левый берег, город Энгельс, на улице Нестерова. Такая картина привычна, говорит Александр Иванов. Видеорегистратор нашего помощника снял, как водители пересекают сплошную линию разметки. По встречке едет Татьяна, 123, Харитон, 64 регион. Нашему телезрителю Эмилию ловкости не занимать. За дорогой следит и нарушитель успевает разглядеть. Водитель этой гранты проехал под кирпич. Пересечение улиц Рабочей и Рахова. Там уже зимой висит запрещающий знак. Проспект 50-летия Октября. Водитель маршрута номер 53 подрезает нашего помощника. Тот решил его немного проучить. Ну, он шиманул на встречку еще одну. Это увидел водитель второго автобуса и сделал то же самое. Очевидцы возмущаются, цены на проезд подняли, а вот уровень вождения шоферов общественного транспорта вызывает вопросы. Ну, с пассажирами едет. Ты везде, что ли, будешь останавливаться? И шаг. Нельзя, мужик, так делать. И тебе нельзя. И вновь общественный транспорт. Водитель 46-го маршрута подбирает пассажиров на зебре. Его обгоняют два внедорожника Mitsubishi и Нива. Оба это делают с нарушениями. Все видеоролики мы передали патрульным. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами вместе.